Вау, какой логотипчик. Вам нужно было обратить на это внимание еще пару недель назад, если так можно выразиться. Снова здравствуйте, это очередная дуэль. Мы снова тут играем ради того, чтобы выяснить, кто же все-таки сможет одолеть победу над своими оппонентами ради джекпота. 62 рубля пока что там лежит. Тут у нас есть один хорек, не побоюсь этого слова, о котором я писал в паблике. Этот хорек должен прямо сейчас начать игру. Хорошо, что не хомяк, а хорелка именно. Сусаичный хомяк. Те к нам на вогрудке. Усусаичный хомяк. Какой кошмар. Ты хуже, чем хуяк. Эй, боже мой. Извините, но вы. Ну, допустим, ладно. Хорошо, заяц, добрый вечер. Чё могу сказать? Привет, Дим. Как ваш? Ваш ничего. Да, нормально. Жаль, выходные заканчиваются. Надо ждать следующих. Это еще ладно. Потому что я тут, походу, единственный, кто сейчас буду уезжать постоянно. А, ну да. Ты же у нас уже как бы абитуриент считается уже. Ну, уже студент. Студент, во, тем более. Так, ну что ж, давайте-ка мы... походу. Duel Undefined, действительно. Так, давайте-ка мы вот что сделаем. У нас как раз тут есть Дмитрос, и сами знаете кто. Ох ты ж. Ну, пожалуй, начнем с самой легкой жертвы, с Патрика, естественно. Конечно же. Но вы думаете, что Патрик легкая жертва для вас? Окей. Да, конечно. Как говорится, я ничего против не имею. Ладно. Это фонтанчик, если что. Ой, и шекель удали клевер. Да, вас. Ха-ха-ха. Вот ваша ситуация на данный момент. Заяц должен начать вторую дуэль, а Патрик первую. Пожалуйста, без своих хэшей и всякого прочего. Погнали. Без этих трех слов можно обойтись. Запаси свой аркадик, поддержу. Куда-нибудь. Вопрос номер один. Членов этой тайной организации, находящейся на острове Хансю, обучают с детства искусству быть невидимым. Ниндзя, самураи, триада, якудза. Давайте так. Разногласия у некоторых пошли, как я погляжу. Но игроки что-то... списывают друг у друга. Да нет, потому что триада якудзы это из GTA-шки, я знаю, а вот ниндзя самураи что-то вот, ну, что-то есть у них вот. А из какой GTA-шки, если не секрет? Ну, третья, я проходил ее полностью, там и триада, и якудзы есть. Извините, при чем тут GTA-шка и искусство быть невидимым, извините меня. Ну, вообще-то это оттуда все вот эти вот группировки. Ну, группировка группировками, а деньги деньгами. Во. Дальше. Идем дальше. Какая из этих стран не граничит с Россией? Армения, Монголия, Норвегия или Северная Корея? Джексон, не фуди, пожалуйста. По-моему, я тупанул. На последней секунде таки заяц успел. Опять вы друг у друга списываете? Че, серьезно, что ли? У вас тут пинки? Да, пинки. Большое спасибо, сами знаете кому. Потому что кое-кто забыл прописать условия. Спасибо. Норвегия граничит, это точно я могу сказать. Да, это точно.
Я хотел выбрать Монголию и Северную Корею, но что-то в Армении сомневался, поэтому выбрал ее. А что тут сомневаться, поскольку... Чему тут сомневаться, если это Армения? Что с тобой, Вань? Ты нормально вообще? Тебе копатый селился, что ли? Сказал, кого фишек? Фишек у вас вот столько у каждого. Хорошо. Вопрос номер 3. Какая река находится восточнее? Волга, Енисей, Иртыш, Обь. Опаньки. Кто не ответит, кастрирую. Как будто мы знаем. Ну ладно. Так, я так скажу, что у интерактива 50% были поставлены на верный ответ. Это две фишки. 4 фишки было на С, 1 на Д. А вот что вы тут накумекали. Ну-ка. Ну понятно, Патрик. Патрик всегда в своем репертуаре. Интересно, интересно. Я почему-то думал, что будут реки не только российские, но и какие-нибудь другие. Конечно, сейчас прям. Да мало ли. Ну, знаете, мало ли сказать то, что это Енисей. Попал же все-таки в Голень, а? Это Енисей вообще-то. Надо было Енисейск отвечать вообще-то. Красота. Да, ситуация не из самых лучших, чтобы я сказал вам. Следующий вопрос. Как с древнегреческого переводится слово периметр? Делю на части, измеряю вокруг, нахожусь внутри, режу по границе. Ну, Патрик вот не дает покоя, а? Да. У нас есть только двое, кто очень уверен в своем варианте. Только двое. Остальные же поставили по 2-3 фишки. Кто же это? Джексон и Дмитрис. А, ну, потому что я где-то это слышал просто. Игроки, походу, нет. Ну, меня просто Патрик поторопил, не дал подумать мне. Ну вот. Могли выбрать вариант Д. Чтоб никакой интриги не было. Ну, а какая все-таки вам разница? Да, еще раз, мы такие уж добрые, что мы все измеряем здесь вокруг хитрейшей. Да, Джексон, как говорится, рвет и мечет всех на повал сейчас. А остальные так, они играют в догоночку. Ну я чисто ради интереса. Ну да. Вот уже почти Азина 2 топора, а не 3. Топорик. Азина 2 топора. Вам домой уже пора, Дмитрис. Тем более, что у Патрика осталась всего же одна фишка, в то время как Заяц может раскошелиться этим набором полностью. Могу. Next question. В какой стране в 1801 году была введена в действие первая конная железная дорога общего пользования? Великобритания, Германия, США, Франция. Это будет чисто наугад. По-моему, это было где-то это было. Где-то это было, в штанах это у вас было. Ой, все. Ну, и все, я так скажу. Вы сошлись с одним ответом. Это игрокам. Поскольку если Великобритания или Франция правильный ответ, ну, понятное дело, кто побеждает. А США вы продолжаете оба, ну, а Германия тут уж извините. Как и пишут кое-кто в нотисе, Заяц подебил, да. Ну просто у Патрика шансов не было, как мне кажется.
Да. Доделываем до 80. А Патрика направляем в гильотину. Ну, может, не в гильотину, а в усосаечность. Спасибо. До свидания. Ту-ту-ту-ту, заяц, шо вы, шо мне с тобой делать, а? Ну да, давай поиграем. Вот это, да. Сыграем с тобой вот на это все состояние. Огромное богатство. Огромное богатство, да, действительно. Поехали. Какой вопрос, интересно, будет? Это вы меня спрашиваете? Давайте-ка мы... Вот это мы сейчас и узнаем. Министр МЧС Российской Федерации. Александр Жуков, Александр Соколов, Анатолий Сердюков, Сергей Шойгу. Видимо, кто-то опять забыл, что звездочка на акселераторе не нужна. Ну так я ответ дал все-таки. Ты свой ответ дал. Но я рискнув одной фишкой. Но я в нем уверен в этом ответе. Думаете? Но, ну как бы да. Вроде он Нет. не менялся. Как мне кажется. А давайте, а знаете, что, Шепель, ведущий здесь я. Давайте-ка я вас все-таки огорчу. Потому что Шейгу. Эй, Шепель, дари клевер. Вот если бы был бы вопрос, когда Сергей Шойгу стал министром МЧС России, я бы не ответил тогда. Да, кстати, да. А вопрос корректный вообще? О, да. То я тут сомневаюсь. А, кстати, окей, раз на то пошло дело, ладно. Да-да-да-да-да, спасибо, окей. Да, мы это увидели, да, спасибо, еще раз, значит. Ну... Чему, вот, теперь нормально. Чему посвящены книги и цикл телефильмов Иванова Парфеновых «Ребят России»? Вариант видите, например, говорить не буду, погнали. «Ребят России». А пусть так будет. Пусть так будет. Хорошо. Интересно, да. Фишек. Давайте-ка посмотрим, чего тут на Фаргане. Два должна была одна фишка остаться, но мы ее сожгли к тигрине фене. Ха. Потому что мы злопамятные с нами. Ну, знаете что? Историю Уэлла это было посвящено. Ну, не обидно, ладно. Да, так что не ждите, так что добра не ждите, как говорится. Ну что, может вы все-таки выберете того, кто сидит с прошлой недели, а? В компании с Микучаном и Санзраевым. Ну... Ну, выберем Кешу Беляева тогда уж. Дмитрос, над вами издеваются. Походу, даже знатным. Кеша в игру. Надеюсь, Кеша не забыл мой оргазм от Леночки, от прохождения Леночки. Что такое? А вы что, не помните, что ли? Желаю Кеше выиграть. Я тоже надеюсь, что Кеша выиграет, но предугадывать... Видос, тебе выгодная ситуация, если не оба выиграли. Выгодная ситуация, тогда он попадает на этого, на Санса. Так что вот здесь лучше не надо. Вопрос номер один. Кто из них был возлюбленным Клеопатры? Ну, это легко. Константин Первый, Марк Антоний, Октавиан Август, Тиберий. Кому легко? Константин Медведев. Мада. Ребята, дуэль окончена! Yeah.
Только вот в чью пользу? На первом же вопросе. Ну бывает, что... Доигрался, вот он слайд. Не, больше не той геймер-бой. Вот так вот. Карма сработала, да. Прилетело послание. Dream Team прям. Ну, ну давай, давай, Кеша. Не томи. Да идите. Пони в купальнике. Смешно. А мне нет. Мада. А ты что, видел пони в купальнике? Да. Я видел тебя без. Я как бы купальник не ношу, ну, допустим, ладно. Мы про тебя многого не знаем, так что научи. А вот меня не надо было, спасибо. Ситуацию тут говорить, сами знаете, ничего не надо, всем по барабану, начинаем, понимаешь? А про пони в носочке? Я в этом делом не. Поехали. Зря. Какая партия набрала наибольшее число голосов на выборах в Госдуму в 99-м году? Блок Жириновского, Единство, КПРФ, Яблочко. Спасибо. Пинг-пинг! Нормально высыпался. Сомнения. У Джексона все обработалось на нормальном уровне. Все спокойно. Так что не переживайте вы так. И опять разногласия. Опять на первом же вопросе. Даже ёптерный ты карась. Но в чем-то мы схожи. Мы схожи только в блоке Жириновского. Но я точно уверен, что это... А какой сейчас будет единство? Это точно не коммунисты. А почему такая уверенность? Не знаю, потому что, видимо, устали, наверное, от советской власти. И что-то за новое орали в голосину и доорались. Я вам так скажу, доорались в этом случае вы. А кто-то говорил? КПРФ набрала 24,29% голосов. Ну, а мне... В то время как единство набрало... Я ответил 1, 2, 3 и... Нормально? А мне кто-то говорил, что... Ну, короче, да. Вот Ваня сам пострадал. Я перепутал с другими выборами. Вот так, Вань. По-моему, а на каком месте, кто был неизвестный? Блок Жириновского? На пятом. На пятом канале. Ну, как и всегда, сука. Кто бы сомневался, блядь. На каких-то выборах блок Жириновского, по-моему, верхушку даже взял, а потом что-то типа они голоса слили, то ли еще что было. Может быть, точно. Может быть. Вы все не сделали. Ну вот и вторая жертва избита первым вопросом. Тебя не жалко. Ну и все, вы тут еще сиськами померитесь. Здесь теперь что-то избит роста. До свидания. Пошел в баню.
Нет, ё-моё, не играем. Это такой же вопрос, как... Какой же вопрос, как... Не знаю. В какой стране находится пик победы? Казахи, киргизы, туркмены или узбеки? А, на вопросе с Саксом не работает же, чё? С Саксом Интер работает, доброе утро. А чё-то не показывается, ответы принимаются. А зачем вам? Понятно, я уже столько пропустил вопросов. Так, давайте-ка проверим. Кеша думает, что это киргизы. А вот что вы ответили, товарищи? Я бы ответил Казахстан. Спасибо. Это граница Киргизстана и Китая. А я между Туркменией и Узбекистаном. Паты, в какой Туркмении горы? Там сплошь пустыня. Поскольку она находится на хребете Кокшал-То. Вроде как. Так, мне это начинает не нравиться. Бэм. Уважение к ветеринарам. Ой, все. Ой, мада. Кеша, выбирай меня. Страдай, Клит, расстрадай. Задушить, расчленить. Ты чё, сейчас один поп проиграет, и все нормально будет. Сейчас прям, ага. Знаете, просто боятся, что я вновь выиграю джекпот. Сейчас прям. Это каким же садомазой надо быть, чтобы это все сделать? Да я не знаю. А вот сейчас мы это и выясним. Герой какого мультфильма Скрудж МакДак? Утиные истории, Чип и Дейл спешат на помощь, чудеса на виражах, черный плящ. Черный блящ, хотел сказать. Ё-моё, это жизнь. Может, я сейчас вернусь? Пожалуйста. А это упоги. У меня есть еще одна часть. Унитазная история. Ой, давайте мы не будем тут еще унитазами меряться. Пожалуйста. Поскольку я тут буквально не так. Это за унитазными историями, господин Толик, вам программа туалет не мог этого. Ё-моё. Действительно, спасибо. Что означает слово «его»? Величие, начало, путь, я. Интересно, девки. Вопрос, а почему мне акс не сработал? А потому что Кеша зафиксировал свой ответ до того, как ты это сделал. Бред. Я это сделал за 4 секунды до фиксации. Не знаю, но у меня все прошло вот. Ну, у меня вот так все прошло сейчас. В пинги, значит. Понятно. Это все в пингах дело, да. Так, что тут у вас? Могу высказать свое мнение? Только быстро. Эгоизм — это то, что делаешь только для себя, то есть я. Это правда. Зачем вы портите интригу, а? Так все, Паток, никаких это... досрочных ответов. Иначе кляп в задницу, спасибо. Ну, классно, пока! Ничего такого запретного он не сказал. То, что запретного он ничего не сказал, но интригу не сломал. Я бы сказал то же самое, в принципе. Да, вот... Мне тут кое-кто в нотисы пишет Егор Крид. Ой, все. Ой, мада. Ой, не могу, и до свидания. Продолжаю. Следующий вопрос. На территории какой современной страны
находится храм гроба Господня. Израиль. Мада. Иордания. Ливан. Или Сирия. Скорострельничайте, господа, скорострельничайте. Успел? Шепель проскочил, да. Я тоже успел. Патрик, да. Что там есть? Ну я такс, такс, такс. Тарарарарам. А. Хей, хей, Дмитрос не успел. Говорю, ну, подсказки ваши не слушают, товарищ. Что это было? Вылетел, наверное. А если вылетел, значит, досрочная победа Бекучаду. Маха? Не. Вот. Thank you. Так, ну и что тут сделаем? Вот что мы сделаем. Поднимем бабла немножко. Не фугайте, добавляемся. Кеша уверенно играет, в отличие от Макса. Добивака. Ой, вся. Ой, мада. К цветным металлам мне относятся алюминий, железо, магний, титан. Пошел акселератор, вход. Да, фу. Тут-тут-тут-тут-тут-тут-тун-тун. Хорошо, я вас понял, господа. Очень даже интересно. Как говорится, по ходу дела на ТВ тоже брали паузу, поэтому и мы сейчас ее возьмем. Короче, алюминий — это и правильный ответ. Но вырезать-то ничего не будем. Идите нафиг. Нет, ты. Мада. Так. Я пока пойду попью водички, скоро продолжим. Ребята, мне такой вопрос. Как правильно набирать вопрос с источника? И какую ки ссылки надо брать? А зачем тебе? Ой, ё-моё. На канале ВТБ, английская глава. За юридичанство дебила дня опустошился машин. Все изъятые красные карты были положены на долгосрочный ремонт. Деньги одуванчикового цвета будут возвращены в обращение. На хард-версии русской рулетки открылось 20 люков из 70. 8 аккаунтов пользователей ВКонтакте было забанено за подделку 200. На пресс-конференции Сергея Бойцова было задано 10 люков из 80. Правительство предлагает ввести лицензии на шлепки по рыбе. Все главные 200 по обычным сетям 200 недели. Спасибо. Хотя бы раз залупая бы дали шлёпнуть по парельке. Фигушки вам. Тишина в зае! Так, мы на чём тут остановили? Ну вот на чём. Знаете, ребят? Закройте! Закройте, действительно. My baby, baby, baby. Поскольку все металлы, кроме железа, хрома, марганца и сплавов на основе железа, относят к цветным. Увы и ах. Нет. Это жесткий вопрос. Да. Но так оно и есть. Мы вас отпускаем, господа. Это жесткий песос. Мада. Вы выпускаете Дмитроса. Его час настал. Впервые в истории Дуэйки Дмитрос Аюц программы Дуэй.
Господи, что вы тут несете, а? Да, по-моему, это впервые, что у нас такое случается за несколько игр. Но все-таки пришла его очередь, наконец-то. Патрик, регистрация давно уже закрыта, идите в баню. Правда, Дмитрос будет бороться против Саши Джексона. Хотя в здании. Ой, не надо тут, ля-ля, спасибо. Так, ну что, господа, по первой дуэли у каждого. А, да, и у Кеши ж полтинник точно. Дмитрий, вы мне сколько ждать? Я пошел отчитывать, фок. А чем тут тянуть время-то? А, спасибо за идейку-то. Ой, все. Ой, мадам. Это называется паблик. Я смотрю Pornhub и радуюсь жизни. Спасибо. Ну да. Кстати, вот результаты пока что промежуточного интро. Засадьте дай Google. Ой, все, идите этим сами занимайтесь. Поехали. Поехали. Хороший вопрос. Куда попадает Темза? В Балтийское море. В море Баффина. В Северное море. В Средиземное море. Есть предположение? Блин. Да. Только не знаю, что... Балтийское, пожалуйста. Я, по-моему, помню, что Британия это Северное море. Ну, Северное море, да. Это в Балтике. Так вот. Ну, на самом деле, Темза, понятное дело, граница Англии с какой-то еще страной, не помню, брать не буду. И впадает в Северное море, понятное дело. И Северное море, мада. Еще чуть-чуть до соточки будет счастье и радость. Светящиеся лифчики. Дальше. В какой части атмосферы расположен озоновый слой? Ионосфера, стратосфера, тропосфера, экзосфера. Есть вопрос, если честно. Ну давайте попробуйте, пока аргументируйте, если это возможно. Ну, если я не понимаю, это стратосфера. Думаете? Безусловно. Ну, так же думает и Дмитрос, но... Тут вместо Гугла открыл Яндекс, да. О май. Ситуация не изменилась ни в какую сторону из тех, что я вижу. А что из нижеперечисленного не относится к Паше Ангелиной? Или Ангелиной? Не знаю, как правильно. Герой Советского Союза, участница Великой Отечественной войны. Ее полное имя Прасковья Никитична. Награждена 3 орденами Ленина. Или же она одна из первых женщин-трактористок? Мада! Олегович! Я не успел. Я не успел. Да все на связи! Я тебе так скажу, не успели Олегович и сами знаете, кто успел, уже спалился. Такс. Ну я так думаю, 4 на 4, да? Угадали. И хватит в мой монитор пялиться. Вы там сиськи не увидите, спасибо. А увидите, что она не была героем и участницей войны, естественно.
Правда, есть у вас уже значительные потери. Мы до соточки дотянули. Дотянули, да. Среднестатистический выигрыш в клевере. Кем был по происхождению Франц Лефорт, сподвижник Петра Первого? Голландец, датчанин, швейцарец, или же он был шотландцем? Что за вопрос? Я где-то слышал. Дайте предположить, случай не меня какой-нибудь? Вроде нет. Я смотрю сейчас тут на ваше все это и немного прихожу в шок. Поскольку Дмитр считает, что он был датчанином, потому что он не был голландцем и не шотландцем, а был обычным швейцарцем. Продолжаем поднимать ставки. Да-да. В каком городе... Подарок, а не вопрос. В каком городе расположен легендарный стадион Маракана? Белу-Оризонти, Буэнос-Айрес, на акселератор не нажал, Рио-де-Жанейро и Сан-Пауло. О, как! Большинство прошло. И из этого набора только трое поставили на две фишки. В то время как остальные тут решили сыграть по-своему. Ну, вы, понятное дело, ответили, что это Рио-де-Жанейро, хотя... Он в Буэнос-Айресе. Шучу. Чувак, какой Буэнос-Айрес? Это чемпионат мира был в Бразилии. Ну, в общем, да, чемпионат мира был в Бразилии, да, это же все знают. Ой, все, не начинайте, а то я сейчас превращу из вас в коктейль Катакана, да? Сейчас я в Флаттершет превращусь. Фаерк. Рядом с каким городом расположена атомная электростанция, крупнейший производитель энергии в России? Балаково, Волгодонск, Нововоронеж, Удомля. Блин! Ну точно не Нововоронеж, Нововоронеж... У меня вопрос! Если у меня перед ответом был Удомля, это зачлось или нет? Сейчас глянем, подождите. Одну минуточку. Я опоздал. Да все. Влад, твой ответ засчитался, все нормально. Окей. Мой нет. Саскоп, по поводу Нововоронежа. Нововоронеж, она есть, но она заброшена, если мне память не изменяет. Поэтому я его исключил. Дай показывай. Вы исключили Нововоронеж в то время, как Дмитрос не решился это сделать? Дуэли пехоты? Да. Поскольку вам надо в Балаково, естественно, ехать. Сэкономил фишку, повезло. Вы сэкономили, да, в то время как Дмитрос добавляет ее в аналы Капитал Шоу Поле Чудес. Че там по фишкам? В Москву? Да-да-да. Так, по фишкам у вас вот такая фиговина. Идем дальше. Следующий вопрос. Кто не носил звание генералиссимуса, господин Шепель, ведущий тут один? Спасибо. Дуайт Эйзенхауэр, Ким Ир Сен, Франциско Франко, Чан Кайши. 7 секунд на размышлении. Сейчас прям, ага. Сейчас прям. Знаете что? Мне кое-кто прислал в личку 74. Э,
5. Тут есть вариант номер 7. Правда, другой студии, спасибо. В чем-то солидарны, в чем-то расходитесь. Кто он такое сказал? Вот кто он такое сказал? Кто вам вот это сказал? Объясните мне, пожалуйста. Фу-фу-фу, стучу по дереву, да? Я тоже ты фишками плачу, так что и мне может быть это. Ну да. Восьмой вопрос. Что означает выражение «клавус клава пелитур»? Жить значит мыслить. Клин клином вышибают. Кто ищет, тот найдет. Ошибаться это по-человечески. Вопрос, да, подарок, действительно. Поскольку я здесь ничего против и не имею. Девятый вопрос. Какая компания впервые в мире применила автосборочный конвейер? Toyota, Fiat, Ford, Honda. Не дают мне даже своим акселератором воспользоваться. Ладно. Как говорится, хорошо, что у нас нет правила решающего вопроса. Точнее, наоборот, плохо, что его нету. Цепи, Саня, да. А у меня цепится ни в коем образом. Идем на следующий вопрос. Как называется река, которая вытекает из озера Байкал? Амура там может быть, Ангара может быть, Лена, либо же Селенга. Саня, начнем с того, что здесь... Повторю уж который раз, здесь вопросы выбираются рандом, случайным образом. Поэтому даже я не знаю, какой вопрос выпадет. Так что все вопросы это к тому, кто выбирает вопросы, то бишь к рандому. Шепель совместно с раздолбаем не успели, увы. Нет? Нет. Блин. Опять у вас согласие уж... Я просто промолчу. Когда у вас согласие, я просто буду молчать. Да, во второй десяток уходим. Что означает приставка квази? Без сомнения, вероятно, как будто приближение. Капуст. Пожалуйста, возноговь. Ну давайте-ка мы посмотрим. Давайте-ка посмотрим. Да, разногласия у вас есть. Вот. Тут там отваливается, отваливается. И вы оба отваливаетесь. Пока. Потому что квази, оно от латинского означает как якобы как будто. Например, вот есть такое слово квазиученный. Вот так вот. Эй, правильно сомневался. Да сомневались, называется. Мне пофиг, самое главное, не трос я. Да, самое главное, выслили Дмитросом. Молодец. Так. А чё, игроков, что ли? Почему? Есть. Эй, я ещё не играл. Да всем насрать.
Смешно. Но ради вас я появлюсь, да. На все нас сосать Шепель. И так не появились. Ну да, так, кто там думал про Шепеля? О, Изи Дуэй, сейчас своя тыкать. В личку? В личку, естественно. В личку пользователю Саирыча. Привет! Данил, тебе писать в личку? Да, я сказал. Да, пишешь вариант ответа и звездочка фиксация вариант. И на канал. Так, слушай, 1, 2, 3, 4, стрелка и потом звездочка. 1, 2, 3, 4 сначала, сначала ответ, потом звездочка и акселератор по необходимости. Какое из этих событий произошло раньше? А, кстати, да, чему ты на свободное лето не приходишь? Вот интересуется. Возможно, это было Кронштадтское восстание, либо же начало Восточной войны, а может быть рождение Багратиона? А, мы забыли о утверждении табеля о рангах. Прикол поставить 4 фишки. Вы там заговорили, вы там начали заговаривать про 4, про 4, mm-hmm. А вот хрен вам. Читер! Ну, тут я вам так скажу, у вас есть только согласие насчет утверждения табеля о рангах. Который является правильным. Да ладно, я ответил без 4. Вы знаете что, я идиот, я подумал, что Кронштадтское восстание было раньше. Сейчас прям, один ага. 120 хватит. Да, Влад, ты и сам сказал. Ну, вот вы сегодня точно не выглядите, поскольку у нас еще один человек точно сидит. Это я вам заявляю. А вот кто... Хороший вопрос. Продолжаем. Кто из теннисистов стал олимпийским чемпионом в одиночном разряде в 2000 году? Евгений Кафельников, Марат Сафин, Патрик Рафтер, Пит Сампрас. Так уж. Уже пошли ответы от игроков. А ну ладно. Ба-ра-ра-ра-рам. Так. Ра-ра-ра-рам. Так. Вы там... Вы теперь уже начали упоминать про читера. Как? Как? А вот так. Господи, ну так просто. Ну, просто... Просто может быть у каждого, но у вас все просто только в штанах, когда вы лимоните, сами знаете что. Я вспомнил, ну просто в финале, по-моему, это не нравится, Шепи не мечтает, как ты не совместишь. Саня, ты же все знаешь, один вопрос может изменить все. Политический деятель, член избранной рады, бежавший в Литву, откуда вел переписку с Иваном Грозным. Андрей Курбский, Василий Грязной, Иван Милославский, Федор Ртищев. Федор Шепель Ртищев. Пора уже мне вмешаться в игру. Умеете вы, господа, байтить мои акселераторы, вот зараза. Сейчас прикол Шепи и мыкает, и все закончится. Я так не думаю. Да ладно, я ответил правильно. Он в основном как раз вот с этим вот товарищем и рулил свои дела. Счет по пьери. Шепель уж без акселераторов сидит, в то время как Олегович, ну, сам видите. Чё мне считать, а я чё? Кто придумал слово «лилипут»? Подарок, да. Подарок, вопрос. Антуан де Сент-Экзюпери, Герберт Уэллс, Джонатан Свифт или же Фрэнк Герберт? Антуан
Так. У кого-то пошли сомнения. Но не у меня, ясно. Сомнения пошли у Юрасика, Димитроса, Патрика, Санса. И, в общем-то, на этом все. Вот понимаешь, в чем прикол? Я подумал, Лилипут — это что-то французское. Да, Гулливер и Лилипут, можно было вспомнить такое произведение. Как называется мусульманское паломничество в Мекку? Вопрос кое-кому в зале. Аль-Уджа, Кааба, Хадж, Шариат. Я не мусульманин, я не знаю. Пока. До свидания, Шипер. Нет. До свидания. Нет, 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 нет. Шипер, завались. Блин. Бомбистом. Просто бомбистом. Завались! Шеппель удали клевер, лес. Так, давайте... О, все, он свалил, спасибо. Нам тогда же проще. Давайте, вызывайте вот этого последнего, чтобы снаряды его... Ребята, вот у нас было два жителя Самары. Пора, пора вступить в третьего в игру. Влад, желаю слиться, славян тебе удачи. Да. Кто-то просит минус Сэм, а я на пару секунд. Сто 143 дня до Нового года нам это информируют. У вас информация такая же, да. Начинаем. Олегович, удачи, если он нас, конечно, слышит. А он нас не слышит, да. Небольшие фигуры людей в пейзажной живописи. Ракайль, Рустика, Сангина, Стафаш. Есть предположение, но я не знаю. Я неправильно фиксирую? Нет. Сначала вот ответы, а потом уже звездочка. То бишь, вот отдельно, да. Вот, все правильно. Такс. Разногласие в одну фишку называется. А прикиньте, если сейчас рука. Я вас Дмитрос обломаю. Я угадал. В принципе, я так и думал. Ваши думания добавляют пищу для интерактива. Сказали бы мы. Но нет, ближе к потам. Дальше. Какой из этих городов не является столицей? Вадуц, Каир, Нью-Йорк, Осло. Влад, давайте зафиксируем, все нормально. Вопрос-подарок для... Это сказал человек, который не успел. А теперь скажу я, кто точно успел. Давай. Нью-Йорк же, Вашингтон же. Действительно. Чё греха таить, чё тут мучаться, кто здесь ведущий, действительно. Какое учение утверждает, что случайность — субъективная иллюзия, порожденная незнанием подлинных причин происходящего? Дмитрий, спасибо, мы знаем, что Вадуц — это столица Лихтенштейна. Антропософия, гуманизм, детерминизм, индетерминизм, господи, боже мой. Не силен, увы.
ответишь вопрос, а почему это... Ну, знаешь, кому-то изи, а кому-то нет. Ну, судя по всему, что ответил Джексон. А я напомню, что игроки ответили вот это для тех, кто не видит. Скажу, что это детерминизм. Последними двумя. Да, большинство металось именно так, гуманизм, самое понятное дело, отметается сразу же. Спасибо, это большие математики, Фузи. Да. Джекс... Битва народов сейчас в интерактиве, знаете почему? Саша Джексон, Sans Drive и Патрик 42333 52 балла. Усосает слог, да. Следующий вопрос. Какой из этих городов является городом-героем? Воронеж, Калуга, Тверь, Тула. Значит, так, Макс и Патрик поставили на два варианта, в то время как все поставили на самый логичный ответ. Бьет Олеся. Бьет же меня один человек после такого. Она это не увидит, спасибо. Фиг его знает. Какая была фамилия девичья, причем у Дианы? Принцесса Уэльской. Беннет, Гессен, Сеймур, Спенсер. Подарок. Забайтили акселератор. Поздравляю. Браво. Значит, я так скажу. Патрик и Sans Drive, вы сейчас не смотрите друг другу в монитор, а? Нет. Потому что вы ответили один. К чему бы это? Потому что, Влад, ты использовал акселератор, и в это же время Олегович зафиксировал свой ответ. Так что, как говорится, акселератор в молоко. Спасибо. Диана Спенсер, естественно. Подару. Ро-ро-ро. Литра, заткнись. Ой, все. Но тем временем у нас один явный лидер уже есть на площадке. Ну что ж, идем дальше. Какой город находится южнее? Приветствую, Клевер. Да. Дубровник, Нью-Йорк, Саппоро, Тунис. Попробуем так. Не так, Влад. А вот... Умеет же он обламывать! Мастер облома, спасибо. Скрипт на акс. Сейчас прям. Ага. Я походу пролетел, до свидания. Скрипт красного акса. А зачем он вам, товарищ, когда Влад с Олеговичем продолжают мучиться? Вопрос подарок, люблю географические вопросы. А сам говорил, сколько так, географических вопросов. Так, с первого места. Значит, подвоха нет. Пока что нет. А погоня это... Точнее, драка за первое место идет полным ходом. Идем дальше. Это Джексон, я и Патрик. Деловые люди. Советская кинокомедия, снятая по мотивам новелл. Герберта Уэллса, Гилберта Честертона, Мо Генри, или Сниклера Льюиса. А что там вам можно дать? Объясните.
Я могу дать только одно. А я там успел проскочить? Саня, да, успел, но Олегович, вы все видите сами. Я медиа, кстати, смотрел. Я знаю. Ну, Влад, если смотрел, то неудивительно, откуда ты так быстро ответил. Так что ничего удивительного, 6-5 по фикшн. По фикшн. Идем дальше. На какой реке стоит город Ижевск? Ижевск, правильно говорить. Иж, Ижевка, Ижень, Ижора. Не будет вам один. Я в географии не силен. Ну, по-моему, если нету подвоха, то тот вариант, который я думал. Я решил подстраховаться. Вы думаете, подстраховаться все так легко, да? Да? Блин, идиот! Почему? Видишь, это правильный ответ. Меня потом доперло. Да вот, ты, конечно, я тебе так скажу. Ты, конечно, молодец. Хороший молодец, действительно. Мне жаль как-то с тобой прощаться. Но вы придется. Но вы... Да, придется. Изи гадка, я думал, какая смерть будет. Бля. Как раз таки, да. Я в оправдании хочу сказать, Светлана Александровна, простите меня за то, что я не знал ответа на этот вопрос. Не забудем, спасибо. Не простим. Ишь ты, да. Эх, ну что ж, ладно, ну фишку в джекпот на 140 в банке. Влад, спасибо. Дима, банкани там, пожалуйста. Сейчас. Для начала я попрошу кое-кому заткнуться. Это раз. А во-вторых, сыграть вот на это. Поехали! Вот он вопрос. Продолжите песню Кировский кинофильма «Буратино». Не нужна мне малина, не слышна мне ангина, не боюсь я Буратино, вообще ничего, нафталина или шпиявок. Есть вопрос? Не малина. Ага, ладно, давайте-ка. Давайте-ка посмотрим, что там ответили. Славян, до свидания. Вот зачем вы любите обламывать, а? Вот почему? Затем. Не нужна мне малина, не страшна мне ангина, не боюсь я вообще ничего. Бабах, бабах. Тыщ? Ой, все. Ты микрофон? Да, спасибо. Звук бонга. Уже. Дима, тебе надо. Прозвучал. Опять переходящий. Чё там, ухахуху? А, хотите это все видеть, да? Короче, победил Пускаревский. Я абсолютно согласен с вами, коллега, поддерживаю. 74 рубля. Выигрыш Александра Пушкаревского.
Надо было еще 20 очков набрать, было бы 94. Было бы. А вот итоги интерактива. Браво, я ржу, даже по итогам... Славянские... Самарские раздолбаи продолжают лидировать. А на этом все, всем спасибо, до свидания. С конца.